Я бы, конечно, с удовольствием еще сюда крылья бы добавил, да, такие вот. Да. С одной стороны крыло было бы у меня и со второй. Привет, друзья, Валеришка с вами. Салют, ребята, привет, Валеришка. Привет. Бла-бла-бла-бла. Кого играем сегодня, ребят? Сегодня у нас челлендж Анджела. Челлендж? Ух ты! Папа придумал, да? Да. И что, мы сегодня делаем два макияжа? Вампир да. против ангела? Кто-то да. из нас сделает ангела, а кто-то вампира. И посмотрим, у кого получится лучший образ. Давайте? Да. Ну что, готова? Да. Закрывай глазки, тяни. Я знаю, что ты, конечно, наверное, хотела бы ангела, но не факт. Давай, вытаскивай свою последнюю. Так. Вампиренок. Вампиренок. У Валеришки вампиренок попался. Вампир, ангел. Ну что, справишься со своим образом? Да. Подписался на мой канал? Еще нет? Тогда нажимай на красную кнопочку под видео. Для ангела нам подойдут... Начнем с теней. Так, тени возьмем, попробуем вот эти. Снежно-голубые. Так, что тут еще есть такое интересное для нашего образа ангела? А вот эти, ребята, смотрите. Мерцающие. Так это то же самое. А, это те же, что ли, да? Да. Они что, одни у нас, да, голубые? Ну, хорошо, тогда посмотрим, какие у нас румяна. Для нашего ангела я возьму такие нежные-нежные. Да. Ребята, кому нравится Анджела, ставьте лайки. Давайте вот такой нежный возьмем. Давай. Мерцающий. Слегка. Возьмем тени. Наверное, такие тоже нежные сделаем. Голубенькие. Кстати, глаза голубые, прям уже как мне надо. А нет, у нас даже, девчонки, есть же глаза ангела в игре. Можно будет сделать глаза ангела. Тогда я возьму тушь тоже голубую. Смотрите, какие у него голубые-голубые глаза. Красота. Да, для моего образа ангела у нее много чего есть. И губы давайте сделаем нежными-нежными. Нежно-розовыми. Ой, какие нежные. Как румяна. И румяна, да, такие нежные. Ну как? Давайте посмотрим сейчас глазки. Ангела. Это не глаза ангела. Оп, закроем игру. Ой. Давайте глянем. Она спать хочет. Желтые глаза, розовые. Глаза куклы, глаза ангела. Ну как вам глазки ангела? Очень красивые. А тогда сейчас я подберу ей одежду для ангела. Какое платье подойдет? Ну, из тех, которые я могу, да, ей сейчас одеть. Это точно не ангел. Это тоже не ангел. А мы здесь? Ниндзя? Нет. Это не ангел, не ангел. Невеста под ангела подойдет? Фея. А у нас может быть фея-ангел? Подойдет? Нет? Или будем искать еще? Ну, я тоже скажу, для моего образа не так много одежды. Я даже не знаю, какое платье для ангела можно подобрать. Девчонки, как вы думаете, какой у нее наряд для ангела бы подошел больше всего? Я бы, конечно, с удовольствием еще сюда крылья бы добавил, да, такие вот. Да. С одной стороны крыло было бы у нее, и со второй. Да. Вот это была бы красота. Ну, посмотрим, что есть. Ну, не знаю, девчонки, что-то ничего мне не нравится. Какие-то платья вечерние, даже беленького ничего нет. Да? Ну, для ангела, конечно, у меня обязательно будет белая шубка. Тогда мы сейчас пока прическу выберем. Покупай. Думаете, для ангела возьмем белые, такие светлые длинные волосы, да? Красота. Анджеле очень нравится. Да.
Ну, с снарядом, кстати, не знаю вообще, что придумать. По-моему, здесь ничего нет для ангела. Да вообще ничего. Вот, только белая в розочке. Под обувь. И то не ангел. Такое, да? Так что... Ой, может быть, она у нас будет тогда в голубом, как балеринка? Ну, раз ангел. Почему прическа такая? Не хочу такую прическу. Ну, вот эти длинные наши волосы. Давай, переводи. Это лучшее, что я смогла набрать на ангела. Девчонки, как вы смотрите? Подходит наша... Ну, я кроме балерины ничего не нашла нежно-голубого под наши ангельские глазки. Вот такой образ у меня получился ангела. На большее пока ничего не смогла найти. Давай, Валеришка, передаю тебе эстафету. Сможешь подобрать ей вампира? Да. Ну, это сложнее на самом деле. У Валеришки непростая задача. Так, мне эти красивые губки не нужны. Да. Что для образа вампира необходимо? Я знаю, что. Ты знаешь? Да. Я не знаю, если честно. Так, начнем с вот этих. Какие же у нас тени? Возьмем ей темные тени, да? Да, вариант неплохой. Ходишь конем, Валеришка, да? Хочешь все-таки победить? Так, черная тушь. Такие черные-черные у нее реснички. Какая помада? Нет, такая не подойдет. Дальше, дальше. Вот это чуть. А я думаю, у вампира должны быть ярко-красные губы. Ну, черная у нас нет помады. Только ярко-красная. В игре Анджелы, да. Придумали так, чтобы Анджела была ангелом, а не вампиренком. Поэтому у Валеришки прям... Практически не знаю, как она решит задачу. Какая прическа у нашего вампира может быть? Так, я одежду сейчас подберу. Девчонки, а вы какой хотите образ в следующей серии увидеть? Пишите в комментариях, кого вы хотели бы посмотреть. Да. Мы обязательно придумаем этот образ. Да. А чтобы не потерять, нажимайте на красную кнопочку подписаться. Вот это вампир. Можно попробовать, да, она будет такая. Да, покупай. Надо ей глаза. Нет, ой, какие нет, глаза. Нет. Красные были вообще. Нет, 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 нет. Вот эти. Ты хочешь красные? Да. По-моему. Девочки, правильно. Как вы смотрите, какие волосы выбрать? Так, вот эти? Нет, такие не подходят. Нет. Нет. Слушайте, нет, 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 нет. Тут где-то были для вампиренка. Нет. А какие? Я не знаю даже, какие ты хочешь волосы. Так. Я пойду. Какого цвета они должны быть? Пойду. Ой, черные, кстати, были прикольные. Вот, а вот эти? Это будет иностранный вампир. Ну, вот такой вот красивый вампирчик. Да, можно. Я бы ей... Вот мне... А, бантик? Нет, мне кажется, только красный сюда подойдет. Девчонки, а вам какой нравится бантик? Вот. Не хватает красных губ, мне так кажется. Хорошо. Не, ну это мои замечания, ты сама смотри, это же твой образ, потом будет за тебя голосовать. Я буквы. Будут говорить, что я тебе помогала. Я буквы поменяла. Я буквы поменяла, но вот такие вот красные. Вот такой образ у тебя вампиреныша? Да. Анджела вампир. Жалко, что я зубы нельзя поменять. Да, чего тебе не хватает здесь? Зубов, да, клыков. Да. Такая еще кровь капает. Да. Девчонки, я очень стараюсь. Напишите, я справилась с образом вампира?
А сегодня у нас два привета Кате Коршунковой и Кейт Лав. Ну, если мы правильно твой ник прочитали. Привет, девчонки! Нет. Пишите в комментариях, кто хочет услышать привет из следующей серии. Ну и оставляйте свои лайки, кто голосует за ангела, ставь лайк! Кто голосует за вампира, ставь лайки! Всем пока, до следующей серии! Победит все равно ангел, я уверена! Любое мое видео, ты хочешь посмотреть дальше?